Но речь идет о том, и, кстати, господин Абрамявичус, когда его спросили, а какая причина кризиса, техническая или политическая, он сказал, политическая. Поэтому мы говорим о политическом выборе. И, кстати, если бы вот господину Яценюку посоветовать, я думаю, что, возможно, ему не следует приходить в парламент 16 числа. Возможно, ему следует прийти 20 февраля на Майдан. И посмотреть людям в глаза. И отчитаться, а что сделано за 2 года после Майдана. А это красиво. Когда люди ожидали гідності и справедливости, а отримали уряд, в якому є негідники, и отримали несправедливість.